Пасхальной радостью с пациентами городской больницы поделились сотрудники социального отдела Нарвской епархии. Руководитель отдела иеромонах Платон преподнес всем подарки, а хор Воскресенского кафедрального собора исполнил пасхальные песнопения, рассказывают наши балтийские коллеги. В дни Светлой Седмицы по благословению Преосвященнейшего Лазаря, епископа Нарвского и Причудского, сотрудники социального отдела епархии посетили отделение по уходу Нарвской городской больницы и поделились пасхальной радостью с его обитателями. В приветственном слове иеромонах Платон поздравил всех с праздником Воскресения Христова, передал благословения и пасхальные благопожелания от Преосвященного Владыки Лазаря, а также утешил страждущих добрым словом и рассказал о празднике Пасхи. Женский состав хора Воскресенского кафедрального собора исполнил ряд пасхальных песнопений и кантов. В конце встречи со словами благодарности обратилась старшая медсестра отделения Ольга Коровец, а иеромонах Платон всем присутствующим подарил шоколадные яйца и иконки Пюхтицкой Божьей Матери, а также поздравил и лежачих больных, которые находились в палатах. Для нас это такое событие. Сегодня у нас посетили такие гости из нашей православной церкви. Нам было очень приятно. Когда пришли, нас поздравили с праздником, показали маленький концерт. Все наши пациенты очень довольны были таким песнопением и приняли с благодарностью все, что происходило. Мы очень довольны. Спасибо большое. Мы надеемся, что это был не последнее посещение нашего дома. Нашей больницы. Будем надеяться на дальнейшие встречи.